София Фролова-Глинская, 9 лет, город Москва. Умная, красивая, заботливая. Для счастья мне нужна семья. Семья всегда может поддержать, обнять, и она всегда тебя поддержит в любой момент. Если не артист, то танцовщица. Я очень люблю танцевать. Я занимаюсь танцами уже 6 лет. Я иногда очень боюсь выходить на сцену, потому что очень много народу. Тебя, особенно еще когда снимают, это очень страшно. Но я свой страх перебариваю. Я говорю, что я все смогу, и для меня нет преград.